вопрос. Власти, во-первых, планируют организовать еще 6 автовокзалов до 2016 года. И, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут... Вопрос номер один – это из чего подвал? Если подвал и залит бетоном, это такая большая бетонная монолитная конструкция, то не так-то это страшно. Даже если будет бетонные вытяжки, у вас, что пострадает, это люди, которые будут мыть, потому что это очень нужно. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. Ну, недаром у нас все фундаменты. Нормально, блядь. Так, блядь, ездит. В 16 часов. На выезде в Москве проходит тотальный диктант. Желающим принять участие в автобусе братьев Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социально-экономических наук наблюдает Андрей Поздняков. Бил, блядь.
Пассажир, Ольга. Пассажир. Арго, красавица. Да, блядь, что ты тупой, что ли, блядь? Куда, блядь? Баран, что ли, блядь?